Все решено. А, это стрекалочка, как-то его кидали, по-моему, да. Ну, начало пока может даже быть орлы-мотики. Прям... Ставить мое сердце вновь биться. Куда ушла любовь, так и не дав нам улететь, не удосужившись даже проститься. У него какой-то нереально хлипкий голос. То есть у него как будто есть какая-то одна частота, даже не найти-то. Даже проститься. То есть какое-то не тело, ничего нет. Просто какой-то странный. Может, это какая-то анатомическая особенность, что у него, не знаю, там работает полсвязки там, или еще что-то. То, что настолько вот именно хлипкого, тонкого голоса, я не припомню. Далеко, далеко. Вот это только в нем какая-то частота одна есть, и все, и больше ничего нет. В дальние, дальние страны. Далеко, далеко. И все какое-то недотюненное. Лечить свои раны. Не, это вот это хитово звучит, да, тоже далеко, далеко, как бы это хуковая тема. Ну, это как бы, опять же, я просто не знаю, как бы, к чему это относится, то есть есть ли у этого там какие-то прям жесткие фанаты и так далее, но это полностью группа Краски, абсолютная, стопроцентная, типа, ну, ты уже взрослый, типа, там что-то, группу Краски, это прям вот оно, вот прям полностью, только там голос не такой нудный. Последнее время. Откуда женское белье в моем шкафу? Так он очень криво еще по ритму поет. То есть оно как бы фальшивато и криво. И криво. Криво. Тебе придется поверить. Придется поверить. Все решено. Мама, я гей. Папа, я гей. Можете просто промолчать. Можете злиться. Мне на это наплевать. Ну, блин, все начиналось неплохо, да, а потом прикатились томаты. Ну, так бывает. Так,